за то, что просматриваете мой персональный блог, где я делюсь всей нужной информацией о том, как проводить здоровье, свою молодость на долгие-долгие годы. Я обычно всегда, если я что-то заказываю и получаю посылки, я всегда с вами делюсь и всегда хочу показать вам все, что заказываю я сама, так как все продукты, все средства, все daily supplements, все, что я предлагаю сама, что я выставляю на своем веб-сайте, все эти продукты как бы я использую сама, либо когда-то я использовала, либо я пробовала, и все, что самое лучшее, самую лучшую коллекцию я отбираю и представляю для вашего, так сказать, использования, чтобы вы могли смотреть и пользоваться им. Сегодня я получила две посылки и хочу их вам показать. Эти две посылки с разных компаний. Вот с компании, где я покупаю косметику минеральную, и с другой компании, где я покупаю все свои Daily Supplement, коллаген свой любимый, в общем, все остальное. Вот, поэтому я как бы при вас. Вот у меня две коробочки. Одна большая коробка. Вот такая большая коробка. Сейчас я вам покажу. Ой, она тяжелая. Вот она, видите, какая большая. Вот, одна маленькая коробка. И вот я хочу просто достать, показать вам, что я употребляю и что я заказываю сама для себя. Что я сама, так сказать, для каждодневного употребления. Для косметики и для своих каких-то добавок я использую. Вот это вот я заказала от Youology, своей компании. Это водичка. Опять-таки, конечно, я дозаказываю. Я все время заказываю что-то основное, а потом дозаказываю то, что оно мне надо. Вот это водичка спрей, чтобы освежать воду. Здесь она, по-моему, да, это роза. Очень хорошая водичка. Здесь должен быть колпачок. Сейчас я посмотрю. Да, вот он есть, колпачок. Вот одеваешь его сюда. Вот очень хорошее лицо такое получается, освежающее. Знаете, после душа, когда ты встаешь, нет, я сейчас так не открою. Это надо будет ножиком открывать. Ножика у меня с собой нету. Но неважно. Вот вставляется вот такой вот для спрея, и потом разбрызгиваешь водичку, в общем-то, после душа или утром, чтобы освежить лицо. Вот эта водичка, это роза. Вот запах у нее очень хороший, очень приятный, и лицо такое потом становится очень освежающее. Вот эту водичку я себе заказала. Вот следующий заказ, сейчас я скажу вам, что я еще заказала себе. Вот я заказала себе серум. Вот это серум. В этой компании изготавливают два серума. Один anti-aging serum, да, то есть он для того, чтобы сократить какие-то морщины, там мелкие морщины, лифтингом обладает. Вот этот серум для улучшения кожи и делать ее осветление, и делать ее яркой, наполненной и насыщенной. Вот, я использую сейчас другой серум, а этот я заказала потом для будущего. Мне он очень-очень понравился, когда я его первый раз использовала. Вот, и вот эта вот тушь, это шла в подарок. Вот, что мне нравится из компании, что они, если какие-то есть промоушены, какие-то есть сейлы, они все время это выставляют вот на сайтах и дают какие-то подарки. Вот эта вот тушь, кстати, очень хорошая. Видите, такая тоненькая кисточка. Вот, ей накрашиваешь, она очень удлиняет ресницы, делает ими такими объемными, красивыми. Вот, очень-очень хорошая тушь с этой компанией. Вообще, говорю, опять-таки, вся продукция органическая, основана на минералах, очень хорошего качества. Не скатывается, не исчезает. А вот как один раз намазалась, вот я, допустим, накрасила с самого утра и так до самого вечера. Вот если я раньше использовала какую-то там другую косметику, то в течение дня мне приходилось подкрашивать и тени, и там освежать лицо, то эта косметика просто вот уникальная, она держится целый день и никаких проблем не вызывает. Вот это одна посылочка. Вот, теперь давайте посмотрим следующую посылку. Сейчас я ее вот сюда поставлю. Она очень тяжелая. И достану. Я иногда говорю, заказываю, и уже я даже забываю, что я заказываю. Вот. Даже я уже не помню, когда я что и заказывала, потому что я
в месяц по несколько заказов делаю. Вот, если какие-то, кстати, сейчас опять распродажи на День Святого Валентина, очень хорошие сейлы на своем веб-сайте я ставлю, если какие-то, вот я обещала, что если какие-то будут сейлы, какие-то распродажи, вот промоушены какие-то, я буду всегда всем показывать, всегда рассказывать, то есть вы, если что, можете воспользоваться этими распродажами. Вот, но это, конечно, коллаген. Конечно, коллаген мой любимый, скин-коллаген. Вот, без него никуда. Вкусный, обалденно вкусный. Вообще, коллаген, я еще вот недавно читала и слушала, как люди рассказывают про коллаген. Сколько бенефитов, вот особенно от этого нано-коллаген, вот это последняя технология, матрица нано-коллаген. Боже мой, это просто сказка. У людей заживали суставы, у кого-то болели ноги. Да я сама вот по себе испытываю. У меня очень часто болела спина, очень часто. Там что-то тяжелое подниму, что-то потом ходишь и даже вот хожу танцами занимаюсь, постоянно у меня какие-то боли в спине. С того момента, как я стала пить вот коллаген, вот этот вот, конечно, это не сразу пришло, но это пришло с накоплением, как бы накопительная такая, вот, имеет свойство накопления, вот, и все лучше и лучше, и сейчас я уже, честно говоря, я забыла про свою спину, что она у меня болела, вот, честное слово, ну, конечно, еще при этом я занимаюсь пилатесом, но я и раньше тоже занималась пилатесом, делала упражнения, а все равно спина болела, вот, если что-то не так потянешь, сейчас я, честно говоря, даже забыла, что такое вообще у меня болела спина, вот. Это скин-коллаген. Дальше следующее. Сейчас я посмотрю, что у меня тут. Это, по-моему, лайф-коллаген. Сейчас я достану. Вот одной бутылочки хватает на месяц. Если вы по столовой ложечке будете пить, да, это лайф-коллаген. Вот это лайф-коллаген. Вот. Лайф-коллаген, в общем-то, они... похожи формулой, но они немножко отличаются. Снова скин-коллаген, он больше направлен на улучшение кожи, на разглаживание морщин, на подтягивание. А лайф-коллаген, он именно на ваши суставы, на ваше вот внутреннее состояние, очень хорошо для улучшения сердечно-сосудистой дистонии, вот если какие-то есть заболевания, укрепляет, улучшает сосуды, сердечные сосуды, то есть это очень хороший вот коллаген, вот поэтому я пью его с утра, а скин я пью на ночь. Вот, вот этих двух бутылочек, если вы пьете утром и вечером, хватает на месяц. Вот, бутылочка стоит, по-моему, $69, но вот посчитайте, если вы переведете, разделите на каждый день, то есть это по $2 в день вы тратите на себя, но насколько вы улучшаете и свою внешность, и свою кожу, состояние ваших суставов, состояние волос, у меня волосы стали такие живые, пушистые, стали расти, ногти очень укрепились, длинные такие ногти, не ломающиеся, все это благодаря коллагену. Дальше пойдем дальше. Сейчас посмотрю дальше, что я еще заказывала. Вот, что-то тут я уже... Да, что-то еще есть. Подождите, я уже... вот, сейчас. Тут еще много у меня, оказывается, всего. Я и забыла, что я тут позаказывала. Так, сейчас. Вот. И, по-моему, все. Да. А нет, еще что-то есть. Вот. Сейчас я вам покажу весь свой остальной заказ. Я же говорю, коробка большая. Так, значит, вот. Это Noni Juice. Noni Juice. Про Noni Juice я давала пост. Вот, если кто-то заинтересуется, пожалуйста, просмотрите мой Facebook, зайдите на мой веб-сайт, зайдите на мой Instagram, подпишитесь на YouTube-канал, все, везде информация есть. Вот, если вы хотите, помимо того, что прослушать еще и прочитать, то эта вся информация находится на моем персональном веб-сайте beautifulanyage.com. Там все есть артикл, который я, в общем-то, рассказывала, описывала. Noni Juice, опять-таки, очень-очень полезный, это гавайский фрукт, и он предохраняет от многих заболеваний, вплоть даже до раковых заболеваний. В общем-то, очень-очень хороший и очень полезный джус. Вот я, опять-таки, пью с периодичностью. Один месяц я заказываю Noni Juice, другой месяц я заказываю алоэ веры, там у них шикарная алоэ вера, а третий месяц я заказываю минералы. То есть я чередую немножечко вот эти вот полезные джусы, но его тоже хватает на месяц, вот так по столовой ложке, утром я пью натощак, и, в общем-то, это хватает. Дальше я заказала вот шампунь и кондиционер. Это уникальный шампунь, просто мой самый-самый любимый, который делает, опять-таки, я тоже рассказывала, я ставила на
везде об этом пост, можете найти, прочитать. Вот опять-таки все посты, все дублируются, все сохраняются на моем персональном сайте beautifulnh.com. Вот этот шампунь и кондиционер просто уникальный. Дает огромный value, да, пышность волосам, прическа держится долго, волосы красивые, пышные становятся. Вот если вы видите на мне какие волосы, у меня никогда таких волос не было, честно вам скажу. Волосы всегда я какие-то начесы делала, какие-то эти. Вот сейчас, во-первых, я поменяла стиль свой для волос, и мне очень нравится, он сам по себе поменялся, потому что волосы очень отрастают, становятся длинные, живые, наполненные, понимаете, это все благодаря коллагену, то, что я внутренне употребляю, и все, вот, очень хороший шампунь и кондиционер, просто, я не знаю, просто это сказка, я когда попробовала, я просто удивилась, и все время, я, конечно, заказываю, у меня еще там не закончился мой шампунь и кондиционер, я еще пользуюсь, но я сразу заранее заказываю, чтобы у меня не было промежутка, а чтобы я уже какой-то там какие-то другие шампуни я не покупала в магазинах. Вот мне, конечно, это очень нравится. Самое главное, это органик, все на органической основе основано, то есть это очень хорошо для волос, а это все опять-таки впитывает в кожу, впитывает в корни волос, вот, и отсюда потом внутрь все это поступает. Кстати, коллаген, он очень хорошо залечивает желудок, очень хорошо, если у кого-то есть какие-то проблемы, допустим, аллергии или какие-то проблемная кожа на лице. В первую очередь все это идет от желудка, и коллаген, вот именно он излечивает все эти желудок, и отсюда уже идут улучшения и в вашем организме, и, естественно, на коже. Дальше следующее, что это Optimize. Тоже я давала пост, вот, пожалуйста, видите, все, что я давала, все, что я рассказываю, и все это заказываю как бы сама для себя. Optimize – это очень хорошее средство, которое дает энергию вашим клеткам. Именно на клеточном уровне он убирает все окислительные процессы в организме, да, когда мы вот едим, почему, получается, образуются какие-то заболевания, там, раковые, там, еще что-то. Вот этот Optimize, он убирает все окислительные процессы. Здесь очень много магния и очень много фолиевой кислоты. Фолиевая кислота помогает магнию усваиваться в организме. Утром, когда вы встаете, стакан воды обязательно, это как бы это нормально, это все должны это делать. Вот, одну таблеточку кидаете, буквально через 5 минут она растворяется, размешиваете. Во-первых, вкус очень вкусный, такой приятный, водичка. Вот, и это добавка такая, она наполняет воду, магнием, фолиевой кислотой и энергетикой, и несет энергию к вашим клеткам, и убирает все окислительные процессы, самое главное. Вот это я пью тоже каждый день, вот, каждый месяц заказываю. И последний продукт, то, что я заказала, это вот такая вот лип-комплекс, да, для губ. Вот, мне очень-очень он нравится, я тоже вот совсем давала недавно пост. Кстати, сейчас к Дню Святого Валентина он идет на распродаже, там идет распродажа, там обжигатель жира. А пенка, которую я тоже рассказывала, которую я рекламировала, это просто, ну, не пенка, а сказка. Вот, честно говорю, разглаживает и целлюлит, разглаживает и подтягивает все лицо. Я эту пенку чуть ли не обливаюсь ей, ложу везде, где только можно. Вот, и вот этот вот лип-комплекс, да, для губ, это вообще он такой, как, ну, даже не губнушечка, он как крем, это серум, да. Просто здесь такой срез, и вы прямо берете и накладываете на губы, и он очень освежает, очень помогает губам, дает им наполненность, такую насыщенность. Я же говорю, даже не надо не ходить к косметологу, не надо колоть и мучить губы свои всякими увеличениями. Вот этот комплекс, если вы будете им пользоваться каждый день. Ну, конечно, надо пользоваться. Надо пользоваться каждый день. Вот если вы чуть-чуть попользовались и бросили, то уже потом как бы назад возвращается результат. Если вы хотите постоянно улучшать, постоянно продолжать, то это, конечно, очень хорошее средство. Но, опять-таки, это натуральное, органик, не какие-то там вкалывания, если вкалываемся на какой-то момент, и потом, если это неправильно вкалывают, губы очень такие большие, некрасивые, неестественные получаются, вот. Это все естественно, как говорится, и потом они здесь на матрице коллагена нас основана, да, наноколлаген, тот тоже, что и в коллагене в самом, и для губ это очень хорошие как бы витамины, понимаете, вот. Ну, вот такие две посылочки я получила. Вот, я вам рассказала, снова немножечко пробежалась о каждом продукте. Опять-таки, вся информация на моем персональном веб-сайте beautifulnh.com. Вы заходите, пожалуйста, пользуйтесь всем, проходите по линкам, покупайте. И будьте всегда здоровыми и красивыми, оставайтесь. Всем желаю хорошего дня, позитивного дня, счастья и благополучного всем.
Пока-пока.